Казахстане найден мертвым еще один высокопоставленный офицер силового блока. На рабочем месте найден мертвым замначальника управления полиции Турксибского района Алма-Аты. По предварительным данным, у полковника Таната Назанова произошел инфаркт. Ранее Комитет национальной безопасности страны сообщил, что во дворе своего дома найден мертвым полковник ведомства Азамат Ибраев. Детали о причинах смерти силовика не сообщаются. Также известно, что в Жамбылской области покончил с собой глава областного департамента полиции Жанат Сулейменов.